Катя! Катюша, я прошу вас, в первую палату, пожалуйста, быстрее! Каталку, срочно! Девочки, готовьте операционную. Аня, к Ольге Сергеевне. Хорошо, Аня, бегом! Хорошо, хорошо, я поняла. Не знаю. А вы не... Что там такое происходит? Случилось? Ничего, не волнуйся. Да, с Машей все в порядке. Все нормально, идите в палату. Почему вы молчите? Сереж, каталку от двери убери. Здрасте. Здрасте. Маша, вы уже после операции? Да. Да, это вам. Спасибо. Доктор сказал, что операция прошла успешно, остается только ждать. Машенька, если вам что-нибудь понадобится, угу, вы нам скажите. Хорошо, мы обязательно привезем. А завтра вам привезу творог, фрукты и грецкие орехи. Нет, я не люблю грецкие орехи. Ну, орехи очень полезны для мозга, и я просто хочу, чтобы мой ребенок был способен не только на среднее образование. Мариш, Маша, если что-то нужно, вы нам скажите, да? Хорошо, спасибо. Нам пора, наверное, дорогой. Маше наверняка нужно отдохнуть после операции, правда? Да, извините. До свидания, спасибо. До свидания. Ну что, это нужно отметить. Отличная идея, дорогой. Куда поедем? Выбирай. Я хочу суши. Как скажешь, дорогая. Слыхала уже, что случилось-то? Нет. Кристину увезли на операцию. Пока ты была там, ей стало плохо, и вот… Опять у девки выкидыш? Уже второй. Бедная, и опять на 10-м дне. Кошмар, а что это? Получается, что эмбрион может не прижиться? А то. Тут у каждой третьей девчонки вон на второй неделе выкидыши. Потом можно опять повторить, но только через полгода. Опасно для здоровья. Ой, я тогда все 9 месяцев лежать буду. У меня нет этих полгода. Взяли? Ну как ты? Это вы. Это все вы. Сначала напичкаете всякой ерундой, эти капельницы ваши чертовы, таблетки, процедуры. А вот после этого выкидыши возникают. Сколько раз я тебя просила, сколько раз уговаривала, чтобы ты соблюдала режим. А ты что? Я соблюдала ваш тот режим. Ну, подумаешь, покурила. Ну, все, 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 успокойся. Доставьте вы меня к чертовой матери. Все, Кристина, спи. Так, Маша, да? Зайдите, пожалуйста, в бухгалтерию. Они сегодня до 7. Хорошо. У меня болит просто, понимаете? Вот мне хватит тяги, да? Давайте, Маша, можете, когда хотите. До свидания. Маша? Да. Я... Что ты здесь делаешь? Я хотела вас попросить передать деньги моей семье. Угу. Паспортные данные и адрес я написала вот. Да-да, хорошо. Спасибо. Что-то твои задерживаются, в пробке, наверное, опаздывают. Ну ладно, я пошла, у меня обход. Спасибо большое, до свидания. До свидания, милая.
Эй, ты что делаешь? Да я… А ну, отойди, я сейчас охрану позову. Да я водитель. Да хоть летчик, мне-то чего? Ну, ты Маша? Маша. Ну, так меня за тобой прислали. Антон. Маша, очень приятно. Извини. Пойдем. Прошу. Ой. А ты давно у Олега и Марины работаешь? 3 года. Сразу после армии устроился. Хорошо. Почему? Дом плохих людей долго не работает. Да, хозяин хороший мужик. Про журнал «Аристократ» слышала? Конечно. Олег Анатольевич генеральный. А хозяйка? Хозяйка? Здравствуйте. Ну, как сказать? Да сама скоро увидишь. Вот тебе и первый снег. Выпал и растаял. Здрасте. Здравствуйте. Доброе утро. Туда. Туда. Вот здесь ты теперь будешь жить. Нравится? Очень. Проходи, не стесняйся. Какой классный галстук я тебе купила. Очень красивый. Ирина Витальевна, ваша дочь лучше всех завязывает галстуки. Смелее. Мне очень идет к этому костюму. Здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Добрый день. Здрасте. Здрасте. А мы вас уже заждались. Антон, ты сумочку в Машину комнату отнеси. Спасибо. Угу. Мы вам там с Олегом комнату приготовили. Обои, мебель я все сама выбирала. Думаю, вам с малышом там будет очень уютно. Спасибо большое. Маша, познакомьтесь, это Ирина Витальевна, Маринина мама. Очень приятно. Здравствуйте. Ну, вы тут располагаетесь, а я побегу на работу. Я провожу. Сегодня надолго? Ну, сегодня номер сдаем в набор. Тяжелый день. Да поздно. Пойдем, я тебе комнату твою покажу. Угу. Значит так, из комнаты будешь выходить только для того, чтобы поесть или погулять. Согласно расписанию. Изучай. Расписание? Филармония, Третьяковка, театр. Конечно, ограниченной женщине, способной на выполнение только своих биологических функций, сложно понять, что я хочу, чтобы мой ребенок с детства приучался к прекрасному. Так, понятно. Тебе что-то не нравится? Нет, нет. Ты, наверное, думала, что с тобой здесь будут носиться? Нет, дорогуша. Для всех ты здесь всего лишь навсего ходячий живот. И я хочу, чтобы ты это поняла. Выключу. Это вредно. Родишь и облучай себя сколько захочешь. Ах да, и учти, любое отклонение от правил или расписание без моего на то разрешения – это штраф. Либо лишение гонорара. Проходите. Вот здесь подпишите, угу. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Что это такое? Книги о беременности. Должна же я знать, что говорить соседям о своем положении. Могла бы, между прочим, меня спросить. Да, много ты знаешь. Ой, да конечно. Ну уж побольше твоего-то. Мам, тут нужен не дилетантский, а научный подход. Да где нам? Добрый вечер. Здравствуй, Антон. Звали? Да.
Я хотела тебе сказать, что с сегодняшнего дня ты будешь повсюду ездить с Машей. А как же Олег Анатольевич? А мы уже все обсудили и договорились с ним. И еще. Я хочу, чтобы ты не просто возил ее. Я хочу, чтобы ты наблюдал за ней. И докладывал мне обо всем, что с ней происходит, что она делает, с кем говорит по телефону, о чем. Все. Ясно? А что с лицом? Большая зарплата карман тянет? Нет. Тогда свободен. Марин, мне кажется, ты перебарщиваешь. А ты вообще видела эту девчонку? Ей же доверять нельзя. Так ты сама ее притащила. Ты же никого не спросила. Слушай, отстань. А. Из того, что было, она лучше. Иди занимайся своими орхидеями дальше. Слушай, я тебе 100 раз говорила, 1/3 морковного сока, 2/3 яблочного. Либо ты включаешь мозг, либо я тебя уволю. Хорошо. Солнышко, кого это ты собралась там увольнять? Здравствуй. Просто я Ксении говорила, что скоро ей придется уволить за ненадобностью. Потому что скоро я буду готовить лучше, чем она. Я сегодня сама справилась с завтраком. Да, Ксюш? Да, Марина Вадимовна. Да ты что? Омлет. И с чем он? С грибами и на сметане. Я вообще-то сама могла об этом сказать, Ксюш. Свободно. Просто божественно. Я старалась. Хотела тебя с утра порадовать. А где Ирина Витальевна? Она в фитнес укатила. Ты знаешь, мы так давно с тобой не завтракали. Только вдвоем. Доброе утро. Доброе утро. Мы про вас совсем забыли. Присаживайтесь. Забудешь тут. Приятного аппетита. Спасибо. Извините. Ну вот. Теперь мне придется изображать токсикоз. Но это было бы для меня таким счастьем, если бы я сама могла родить ребенка. Ой, Лена, образование выросло, отрицательная динамика, надо срочно оперировать. Ну что? Да-да. Катюш, ну мы же не врачи, мы только снимки делаем. Ну, вы же видите. Давай вставай, иди к нам сюда. Не будем говорить? Не, не будем. Ну, что там? Нам кажется, ты идешь на поправку. Да, Ириш? Все очень даже неплохо. Анна Семеновна, не волнуйтесь. Значит, как только остальные результаты придут, я вам позвоню, все расскажу. Хорошо. Не волнуемся. Катюхе однозначно легче. Поняла. Катюха, значит, тебе нужно что? Хорошее настроение и не нервничать, поняла? Да, я стараюсь. Вот и я все время говорю. Что у нас главное? Спокойствие, терпение, спокойствие. Ну, пойдем. Пока. Спасибо, Ленок. Да не за что. Пока. Алло, Маша, это я. Значит, сделали Катюхе очередную томографию. Дела не просто плохо, а хуже некуда. Опухоль растет чудовищно быстро. Ой, Лена, я не знаю, что делать.
Я все равно раньше, чем через полгода, деньги не достану. Значит, придумай что-то, я не знаю. Попроси там несколько зарплат вперед, премию там, что хочешь. Но ведь через полгода деньги могут вообще не понадобиться. Ой, Лен, ты меня просто огорошила. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Марина, ты? Ой, привет. Привет. Обалдеть, слушай, мне когда сказали, я не поверила. А что такой маленький? Я думала, у тебя уже во. Да что, с ума сошла? Это всего лишь навсего третий месяц. Я это возьму, спасибо, на кассу отнесите. Хорошо. Но я в этом не специалист. И чего? Как себя чувствуешь? Ты знаешь, отлично. Только токсикоз мучает по утрам. Поэтому ем одни салаты. Ну ты смелая. Я в шоке. Слушай, а ты про Альбинку слышала? Нет. Ну, короче, она тоже родила. Не знаю, что у нее там произошло. То ли гормональный сбой, или что-то вроде этого. Ее разнесло. Она ни в одно платье не влезает. Реально, 100 кг весит. У нее депресняк, ни с кем общаться не хочет. Укатила в Дюссельдорф, в клинику для похудения. А ее крендель, знаешь, что чебучил? Разменял нашу 36-летнюю Альбиночку на двух подружек по 18. Да ты что? Ну, знаешь ли. Молодых да шустрых полным-полно понаехало. Ну, а я тебе о чем? Алиночка, ну ты же знаешь, ты меня этими страстями точно не напугаешь. Ну, мы же с Олегом давно планировали этого ребенка. Ну что ты? Я тебя совсем не пугаю. Ты отлично выглядишь. Я просто потрясена. Слушай, платье какое хорошее. Такое красивое. Но только ты в него не влезешь. А я возьму его. На будущее. Ну, я уже отоварилась, поэтому пошла. Пока. Ну, пока. Пока, Лапуля. Счастливо. Это я тоже беру. Простите, это не мое дело, но вам очень идет беременность. Спасибо. Просто она очень желанная. Ой, не могу. Тошнит. А ну-ка, ешь. Марин просила проследить, чтобы ты все съела. Да, это нужно для ребенка. Твой рацион составлен лучшим диетологом города Москвы. Всем привет. Здравствуйте. Слушай, мам, так устала. Магазинов 20 обошла. До Нового года еще. Ого-го, сколько времени. А полное ощущение, что народ с ума посходил. Пообедаешь с нами? Нет, я в ресторане поела. Слушай, я Олегу такой подарок на день рождения купила. Ну… Потом покажу. Подойди сюда. Иди. Присядь. Чего опять с таким кислым лицом? Опять ревела? Нет. Ну, я же вижу. На, держи. Там внизу тебя ждет Антон, съездите, купишь себе какую-нибудь одежду. Да нет, зачем? Не надо, это лишнее. Держи, тебе говорю. Извини, я больше не могу смотреть на твои дешевые шмотки. Марина, вы не могли бы мне выплатить гонорар до родов? Что? Просто понимаете, у меня в семье такая тяжелая ситуация, просто безвыходная. Я же отсюда никуда не денусь, я же не сбегу. Ты читала контракт, когда я его подписывала? Да. Так вот там четко написано, когда и сколько ты получишь. А условия контракта нужно соблюдать. Понятно. Иди. Иди. Спасибо. Да. Нет, ты видела? Угу. Денег ей дайте. Раскатала губу. Ксения! Ксения!
Да, Марина Вадимовна. Берись здесь и дай мне сок. Хорошо. Ты знаешь, эта девица не такая простая, как кажется. Зачем ты ей денег дала? Мама, мой ребенок должен развиваться в красоте, а иначе у него сформируется плохой вкус. Ну, понятно. Знаешь, чужая женщина в доме всегда опасность для брака. А если она еще и хорошо выглядит? О. Я не знаю, надо быть полной дурой, чтобы этого не понимать. Мамочка, она какой была деревенщиной, такой останется. Что там на нее не одень? Баблюба! Ау! Мы странно встретились и странно разойдемся. Баблюб! Ну, чего тебе? Товар принимай. Давай, давай, иду. Витек, здорово. Здрасте. Привет. Что, свеженькое привез? Да. Это что, в ночную, что ли? Ну да, но столовка-то не работает. А все равно у нас отраву дают. Угу. Это все? Я Машке на днях звонила. Ну, все так все. Поздравляю. Что, вот прям, ну, совсем неинтересно. Нет. Ну, ладно, ладно, ну, что ты бесишься-то, господи. Ну, у нее не было другого выхода, ты пойми. Между прочим, я бы, знаешь, тоже за какой-нибудь старушенцы годик бы поухаживала за такие бабки. Ну, а что ты, пусть себя Машка устроит. Есть же желающие. А вот это мысль. Ну, пройти дашь, нет, кошелка. Да. Ты. Давай, давай, давай. Олег, я уже все придумала. Заказала оформление. Вот здесь мы поставим столы. А здесь мангалы. Мариш, а вот если завтра будет холодно? Послушай, ну, давай... Давай, может быть, перенесем празднование в дом. Чтобы опять все было как у всех? А как же барбекю, как же мангал? Я тебе такую красивую подсветку в сад заказала. А как же мой сюрприз? Ну, как скажешь. Нет, ну, это ведь твой день рождения, и если ты не хочешь в саду, то... Просто мне кажется, что так будет интересней, понимаешь? Который час? Я Машу отправила по магазинам. Ее до сих пор нет. Он просто не умеет смеяться. Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Маша, вы такая красивая, вы так изменились. Спасибо. А это ты все время ходила по магазинам? Нет. Мы проезжали мимо Большого, а там Жизель, вот. Я не удержалась и купила билет. Ну и правильно сделали, нечего извиняться. Жизель того стоит. Это вот мы бы могли с тобой сходить в театр. Ну, у тебя же нет времени. Ну, а я найду. А мы это потом обсудим. А Маша, наверное, устала и да, хочет спокойной спать. Ночи. Спокойной ночи, Маша. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Красавица, значит. Мариш. Ну, перестань придираться к словам. Солнышко мое, ты же знаешь, что кроме тебя мне никто не нужен. Ну ладно, пойдем спать. Пойдем. А только я воды попью и приду, хорошо? Давай. Антон! Да? Вернись. Ну что? Как она себя вела? Куда вы ездили? Она звонила кому-нибудь? О чем разговаривали? Ездили, как вы просили.
Только на обратном пути в театр заехали, а так всю дорогу молчала. Это все? Антон, ты ведь не первый год у нас работаешь. Олег, наверное, тебе давно зарплату не поднимал. Знаешь, если ты будешь повнимательнее к Маше, я поговорю с мужем. Вы извините, мне надо машину в гараж отогнать, а то уже поздно. С днем рождения тебя. Тебе подарок. Нравится? Очень. Но лучший подарок – это утро, проведенное с любимой женой. Я такая голодная, слона бы съела. Интересно, что там есть на завтрак? Ты меня извини, я не буду завтракать. Я уже кофе выпил в офисе. Ты что, серьезно? Слушай, ну я думала, что ты хотя бы сегодня останешься дома. Обещаю, я вернусь после обеда. Ну, хотя бы на час пораньше. С работы возвращайся, хорошо? Ну, ради меня, а? Маша, добрый день. Доброе утро. Какие у вас замечательные цветы. Да вот, дошла до окраины поселка, собрала вам. С днем рождения, поздравляю. Мне больше нечего подарить. Спасибо, неожиданно и приятно. А тебе не пора? На. Ах, да. Ну, а я побежал. До свидания. Удачи. Взяла и выкинула эту дрянь. И вообще, кто тебе разрешил выйти за окраину поселка? Я тебе миллион раз говорила, чтобы ты во всем всегда спрашивал разрешение у меня. Что тут непонятного? Марин, послушайте. Я выполняю условия контракта. Я стараюсь делать все, что вы мне говорите. Извините, что я вышла за ограду дома. Но вам не кажется, что то, что вы на меня кричите, не лучшее для вашего ребенка, а? Куда? Стой! Я еще не договорила с тобой. Сегодня у нас будут гости. Я хочу, чтобы ты сидела в своей комнате и носа оттуда не высовывала. И еще. С сегодняшнего дня ты будешь есть у себя в комнате. Ясно? Слушаюсь. Нет, еще не подъехал. Нет, ну ты же видел, пробки же на дорогу. Спасибо. Да еще и половины гостей нет. Минуточку внимания. Дорогой Олег, я вот смотрю на тебя и думаю, как у тебя все так сложилось. Ты здоровый и умный мужик. У тебя жена красавица. Ребеночка ждете. Бизнес ноля поднял. Я даже не знаю, чего тебе пожелать. За тебя, Олег. Такая красивая пара. Ну, всегда очень приятно. За тебя, Олег. Поздравляем. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, друзья. Всего-всего. Поздравляю. Ура! Поздравляю. Слушай, ну такая скукотища. Не выпить, не покурить, просто с ума сойти. Ты знаешь, а мне даже не хочется. Олег. Старик, поздравляю. Привет. Приветствую. Спасибо. Всякой дорогущей дребедени тебе без меня надарит, поэтому он... Пришлось поискать. Какая красивая, она будет отлично смотреться в нашей спальне. 18 век, очень редкая штучка, будешь чаще жене дарить цветы. Ой, спасибо, спасибо. Пожалуйста.
Да, Лен, привет. Да не грустная я. Просто скучаю по вам. Да все нормально. Лучше ты рассказывай, как Катя. Он меня хочет надуть. Меня! Даже я собаку уже съел. Прошу. Олег, можно украсть твою жену один танец? Я потанцую. Если, конечно, она не возражает. Только надел. Прошу. Да, Лена, у меня то же самое. Работа, работа и еще раз работа. Да я уже фонарила от этих язвенников. Но я к тебе звоню по делу. Машка, у меня хорошая новость. Катя. Не-не, скачу, к сожалению, без изменений. Машка, танцуй. Я решила к тебе приехать. Будем работать вместе. Ну, конечно, если ты мне поможешь устроиться. Здорово, да? Алло. Маш, ты рада? Маш, ты чего молчишь? Да ну, слушай, ну я ведь эту работу случайно нашла. Что? Желудок болит. Сейчас подойду. Угу. Да задолбали, сил нет. Ну и ничего страшного, подумаешь. Ничего, приеду и найду чего-нибудь. Посмотрю, поищу. Да где наша не пропадала? Ты мне адресочек только дай, куда приехать. Ну, Ленок, понимаешь, мне гостей в мою комнату не разрешают приглашать. Если ты ко мне приедешь, меня отсюда выселят. Конечно, понимаю. Понимаю, что сама устроилась, а лучшей подруге помочь не хочешь. Да я... Ладно. Проходи. Слушай, дружище, у меня к тебе дело на миллион. У меня есть девочка, конфетка. Слушай, можно как-нибудь устроить ей попадание на обложку твоего журнала? Ну, ты знаешь, я в долгу не остался. Слушай, я вот поражаюсь. А как у тебя здоровья на всех этих конфетах хватает, а? Дружище, ну девочка отпад, а подружка у нее, а? Миш, уймись. Ну, что ты, не мужик, что ли? Ну, имеешь право, в честь твоего дня рождения подгоню в лучшем виде. Ну, спасибо, конечно, но нет. Ну, мое дело предложить. Ну, насчет обложки мы договорились? Я тебе об этом говорю. Извини, конечно. Но у меня журнал рассчитан на почитать, а не на посмотреть. Брось. Ты же жену печатал. Тогда она еще не была моей женой. Хотя моей девочке до твоей Маринки. Самому любимому, моему золотому, моему дорогому мужу. Сюрприз. Может, пригласим Машу?
Зачем? Что мы гостям про Машу скажем? Ну, как-то не по-человечески получается. Олег, ты что, не понимаешь, ей здесь не место. Ну что, она там сидит одна, как в камере точно. А мы такие добрые, решили о Маше вспомнить, да? Любимый, ну давай не будем. Ссориться в твой день рождения, хорошо? Принеси мне сок, пожалуйста. Я пить очень хочу. Прости. Алло? Ну, быстро отошла от окна, и чтоб ты мне не стояла, как тень отца Гамлета, поняла? Да. Подожди, ты что делаешь? Зачем это? А если кто-нибудь увидит? Ты поосторожней с Олегом-то. Да отцепись ты уже от меня! Ксения, ты долго будешь возиться? Когда мы наконец позавтракаем? Одну минуточку. Доброе утро. Встали уже? Ой, еле-еле. Вечер вчера удался. Благодаря тебе. Ты чудо. А где Маша? Дрыхнет, наверное. Олег Анатольевич, она у себя в комнате завтракает. Ксюшенька, пригласите мне ее, пожалуйста, хорошо? Хорошо. Добрый день. Маша? Да. Это вам в благодарность за вчерашний подарок. Спасибо. Красивая. Почему вы завтракаете у себя в комнате, а не с нами на кухне? А я… Да я плохо себя чувствую. Да и выгляжу тоже неважно, поэтому я… Кто вам такое сказал? Вы замечательно выглядите. У вас лицо как у Мадонны. И вообще, женщинам очень идет беременность. Пожалуйста, не прячьтесь больше от нас, ладно? Ладно. О, Господи, случайно выскользнула. Ты не порезалась? Кажется, нет. Ты видела, какова мерзавка, а? Не кричи. Олег услышит. Не услышит, он уже ехал. Мам, может, ты мне объяснишь, что происходит? Я просто уже ничего не понимаю. Ты мне вчера что сказала? Еще одно мое слово, и я поеду домой. Мам, ну не лезь ты в бутылку, а? Я тебе 100 раз говорила, надо быть осторожней. Ты же меня не слушаешь, только рукой машешь. Ну, мамочка, ну, пожалуйста. Ну, скажи, что мне теперь делать? Ну, не знаю. Родила бы сама. Да Олег бы тебя на руках носил, пылинки бы с тебя сдувал. Никакой Маши, да здесь бы и в помине не было. Слушай, ну откуда я знала, что эта девка на него глаз положит? Да при чем здесь Маша-то, Господи? Как это при чем здесь Маша вообще? Да если женщина не захочет, мужчина палец о палец не ударит. А Олег ей уже цветы приносит. Ну, мать, я? Слушай, ты дура или ты прикидываешься, я вот все думаю, а? Да для мужика, у кого живот, та и мать. Я ее убью. Перестань истерить. Ну, Маринка, ну не знаю, надо быть похитрее, что ли, а? Знаешь что? Хватит меня учить.
У самой мужа никогда нормального не было и не будет. Тебе кто разрешил трогать мои семейные фотографии? Извините, просто мне стало любопытно, на кого будет похож ребенок. У Олега Анатольевича очень интересное лицо, и вы… Ты что думаешь? Если мой муж один раз на тебя посмотрел, то теперь тебе все можно? Да пошла вон отсюда, колхозница. Господи, Марин, да что вы такое говорите-то? Сейчас я тебе покажу, кто здесь хозяйка. Слушайте, я в вас заинтересована, это правда, мне нужны деньги. Но, как я понимаю, вы заинтересованы во мне не меньше. Может быть, хватит меня оскорблять? Я тебе 100 раз говорила, нужно быть осторожнее и смотреть себе под ноги. Ты меня поняла? Да поняла. Антон, пожалуйста, быстрее. Я делаю все, что могу. Гололед. Быстрее давай.